Всем привет! Я проснулась, выпила чашечку кофе. Вот сейчас чем занимаюсь? Заворачиваю яблоки. Яблоко беру и заворачиваю в журнал, в газету. И потом это все переложу в подвал. В этот, как его, в ящик с дырочками. Вот. Может быть, что-то сохраню. Не знаю, первый раз так делаю. Вот плохие яблоки убираю, выбрасываю, которые еще нормальные, и заворачиваю. Следующим делом я поставлю в мультиварку делаться йогурт на 40 градусов на 8 часов. Значит, налила я топленого молока и налила я стаканчик простокваши. И добавила ванилин, размешала все. Сейчас поставлю в чашу мультиварки, эту чашу. И как немножко она нагреется, я еще раз перемешаю, чтобы у меня не было вот таких вот вкраплений. Вот, простокваша перемешается с молоком, и все, и у меня будет кваситься 8 часов. Можно поставить 8-12. У кого нет режима йогурт, можно поставить на мультиповар на 40 градусов, тоже на 8 часов. На ужин хочу приготовить говяжьи котлетки. Я их готовила 150 раз. Заострять внимание не буду. Скажу только вот фарш 400 грамм, одно яйцо, одну луковицу, два зубчика чеснока, соль, перец и немножко муки для обваливания котлет. Сегодня буду жарить их на сковороде. С двух сторон до румяной корочки. Фарш у меня магазинский, поэтому булочку и сало добавлять не буду. Если вы готовите из домашнего фарша, из говядины, пропускайте сало, замоченную булочку и луковицу. Все в мясорубку. Вот. И измельченный чеснок. И потом в тесто, и потом уже в фарш добавляйте яйцо. Соль, перец по вкусу. Вот такой ужин у меня получился. Котлетки говяжьи жареные с рисом. Муж будет с кетчупом, с хлебушком. Всем приятного аппетита, кто сейчас ужинает. Сижу, смотрю. Уже у нас вечер. Сижу, смотрю рецепты разные. Здесь вот в книжке у меня подарила мне мама книжку. Брат выписывал когда-то. Вот. И я смотрю по ней рецепты. Такая довольно она яркая, тяжелая такая. Прям вот. Конечно, здесь ингредиентов очень много. Вот, например, куриный суп по-французски, оливковое масло, и луковица, и чеснок, и зеленый красный перчик, и кабачки. Вот, и майоран, куриный бульон. И эти тельятели, макарошки. И полкило куриных грудок. Ну и соль, черный перец. В принципе, можно попробовать. Так, ингредиенты-то все такие. Сейчас есть и кабачки. Вот. Ни разу не ела суп из кабачков, если честно. Острый куриный суп с чили. С карри куриный суп. Из индейки с томатами и перловой крупой. Ну и много тут рецептов. И все такие необычные. Фасолевый суп с ветчиной. Который, в принципе, я не делала. Овощной суп с фрикадельками из мяса индейки. Здесь у нас идет консервированные томаты, куриный бульон, зеленая фасоль, тоже спагетти, белая вареная фасоль, тоже кабачки, чеснок, грибы даже идут, вот оливковое масло. Панировочные сухари, петрушка, яйцо, фарш индейки и 30 грамм сыра, соль, перец, вода, оливковое масло.
Ну, в принципе, ингредиенты тоже как бы доступны, необычный вкус. Тоже с кабачками. Суп из свинины с яичной лапшой. В принципе, тоже, наверное, ингредиенты-то. Ой, ореховое масло. Ореховое масло у меня, конечно, нет. Свиной лопатки, чеснок, натертый имбирного корня, куриного бульона со свежим шпинатом. Спаржевая фасоль, опятки, тонкая китайская яичная лапша. 250 грамм. Соевый соус, кунжутное масло, молотый черный перец. Вот. Посмотрю сейчас рецепты, чтобы руки маленько отдохнули, потому что я сижу, вижу. Вот у нас сколько? У нас 10:10. Вот, вижу. Уже поменяла на клубок. Клубок вот такой вот у меня большой. Здесь вот он удаляется, увеличиваю. Вот, вот какой большой клубище. Такой вот огромный. Вот. Вот сижу, вижу. Готов йогурт. Это у меня ночной прием перед сном. Йогурт я положила. Можно еще добавить сахарный песок или джем. Что хотите. Вот такой вот он получился. Вот. Всем пока-пока. До завтра.